Рубен Рубинян и аккредитованные в Армении послы коснулись процесса нормализации армяно-турецких отношений. В документе, переданном Армении и Азербайджану в Брюсселе, есть вопросы статуса и безопасности Арцаха, отметил Эдмон Марукян. Участников всех публичных демонстраций призываем воздержаться от насилия и проявлять уважение к верховенству закона, заявил Нед Прайс. Кулеба отметил, что Киев не смирится с отказом предоставить статус кандидата на членство в ЕС. Иран считает неприемлемым турецкий проект по строительству плотин на пограничных водах, заявил глава МИД Ирана. ООН не исключает новых операций по эвакуации с Азовстали. В переговорах с Венгрией по санкциям против России есть прогресс, отметила председатель Еврокомиссии. В Японии заявили о планах по снижению энергозависимости от России. И статистика коронавируса по Армении. С 4 по 10 мая зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом. 31 человек выздоровел, один скончался.